Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя, вы на канале «Счастье в нас самих». Сегодня Таро Мука, это еще одна колода Таро. Я на ней уже делала предсказание, правда, очень давно. И мы посмотрим совет Таро Мука на четверг. Что же нам посоветуют карты в четверг? Смотрите, я делаю расклады же каждый день по картам. Четверг, вот могу сказать, так же, как и среда, будет хорошим днем. И мне это нравится, потому что, ну, у меня нет ощущения, что я должна от чего-то вас предостерегать. И вот что могу посоветовать, что в четверг будут открываться очень интересные новости, интересные события, интересные, много интересного, что вам казалось невозможным, что вам казалось, что от вас это закрыто. А закрыто оно от вас было, потому что вы закрывались. Вы закрывались от определенной информации. Так вот, в четверг многим из вас придет информация, которую вы давно ждали. И информация будет хорошей. Это имеется в виду, что у вас были вопросы, эти вопросы могут быть связаны как с работой, карьерой, с бизнесом, так и с межличностными отношениями, ну и также со здоровьем. Финансы. Я не вижу здесь изменения финансов, но вижу, что ваше состояние в сторону финансового благополучия будет хорошим. А это значит, что даже если в этот день не будет никаких изменений, вы на пути к улучшению вашего финансового положения. Главное, откройтесь и примите. Также четверг будет днем встреч. Но тут встреч, можно сказать, для девочек сразу могу сказать, что если у вас есть молодой человек, то не отказывайтесь от встречи с ним в четверг. Хотя я понимаю, для большинства четверг это рабочий день, и получается, что встреча произойдет после работы, но не отказывайтесь от нее, она вам понравится. Я не буду здесь описывать мужчину по той простой причине, что вот у меня перед глазами их несколько. И все они разные. И еще, ведь эта встреча может быть не только с мужчиной, как с партнером, это может быть встреча с другом, это может быть встреча с родственником, братом, отцом, дядей, тетей. Поэтому вот тут я вижу, что у некоторых из вас произойдут такие встречи. Ну а так как отношения между вот вами и второй персоной прекрасные, вы получите от этой встречи удовольствие. Удовольствие. Вы пообщаетесь, вы просто обменяетесь мнениями, и для вас это будет удовольствием. Поэтому примите, это будет день для работы и, конечно же, для удовольствия.